Ну что, добро пожаловать, ребят, на стрим. Ну и что ж, сегодня начнем, ёб твою мать. Стример немножко это, 12 IQ, чтобы байзу изначально. Так, ну что, наша карта, 25 территорий, ну и будем постепенно захватывать. Самое главное захватить основные территории противников, их столицы, так сказать. Главная территория, потом космопорт, потом пустоши, потом Вандейское побережье, леса Осирии, надо будет потом горы Гипериона захватить, и потом уже надо будет смотреть по территориям, как-то так. Так, ненавижу. Отлично. На Тау я точно не хочу нападать, потому что я знаю, какая-то самая геморройная, блин, атака. Передовая база. На самом деле, мне ее надо уже забирать. О, кстати, если я вообще загрузь сюда, ну, неплохо. Не, иди сюда. Сюда иди. Как-то он не жаждет сюда идти. Какие-то это неправильные орки. Они уже с лицом с морку должны были лететь на меня и с криками «Гра!» уничтожать. Ох, твою мать, затриггерил. Куда ты идешь, дебилоид? Алло, а можно, пожалуйста, блять? Обожаю эту игру порой. Ай, хули. Короче, ну, электризер мне новый нужен будет. Ой, езжай давай. А ты в чём, мать? Так, мастодонта, можно сказать, поймали неплохо. Давай, давай, пацаны. Все. Короче, можно забуриваться. Просто самая геморройная миссия. Почему я не могу здесь базу свою сделать, если... Как я сюда вообще попадаю с войсками тогда? Ой, да, блин, с такими потерями, конечно. Ну ладно, сам он взял. Так, теперь надо еще и два хода потратить, чтобы, блин, напасть на вот того же орка. Может, на хаосита напасть? Тут карта еще, кстати, небольшая. Можно, в принципе, и по фасту. Отлично, минус косарь просто влияние. Блин, лучше их оставлять надо было на базе. Ну, короче, ладно, глаза просто. Да. Фак. Блин, вот это уже проблема. Очень-очень-очень большая проблема. A few moments later. Это ГГ. Это ГГ, это ГГ. Господи, бля. Грёбаный блядский хаос, блядь. Не, я... Так просто я не сдам. Не-не-не, просто так я не сдамся. Вот теперь он тут даже один. Ждём вашего приказа. Я его просто сразу зарашу. Ох. Коротко о первом довике и том, как разъезжаются юни. Боже. Как узкие проходы, это самый худший враг. Блять, да зайдите вы уже, пожалуйста, сюда. Господи, как я ненавижу. Я это смог сделать. Зайти сюда. Фух, блин, все. Минус хаос. Ну все, одним меньше стало. Блин. Такой момент сейчас, если эльдары сейчас захотят напасть на меня, ну мы не столь, они это могут сделать. Ладно, я буду надеяться, что этого не будет. Чертова артиллерия.
Бляская артиллерия, сука, дойду до тебя, пиздец тебе. Так, давайте того вынести их. Фак. Фух. Не напали. Surprise, motherfucker! My lord, у живущих. Есть как бы два варианта. Либо идти наверх сначала, либо идти в круто. Я всегда шел наверх, уничтожал монтка, и потом уже шел круто. Но проблема в другом, то что круты имеют плохой такой юнит. Черт, динозавр. Ладно, вверх так вверх. Я не против. Круто, живите себе там спокойно. Я надеюсь, он не пойдет со мной. О, фак. Да что вы там разойтись, блин, не можете, господи. Вы так дико это триггерит, блин. Не в технике запутались, а... Куда ты... Жопа горит. Фак. Ну, я неплохая армия для обороны. Сейчас я могу немножко обосранс сделать. Как немножко. Множко даже. На покер. Заваливаем мясом. Чувствую, все мои ветераны десантники передохли, поэтому будем набирать новых. Чёртовы фанатики были уничтожены. Остались только эльдары. Ух, ёб твою! О, да. Передовая база эльдаров отменяется немного. Что у нас вообще по территории тут? Так, ну что. Проблема эльдаров в том, то, что их нельзя рашить. То, что здесь надо именно удерживать эти ключевые чертовы точки определенное количество времени. Все. Грубо говоря, это победа... 10 минут все-таки. Все, после этих слов сейчас, я думаю, о да, так, так, вот это все 4, вот это все остается здесь, эх, сейчас, на молоток-то его, все, можно в раш идти. Все, пройдено. О. Прощайте, врата. Прощайте, дары. После многих долгих и кровопролитных боев кровавые вороны наконец закончили свой поход очищения на Кроносе. Боевой крейсер «Летание Ярости» оставался на низкой орбите, обеспечивая пресечение любых попыток проникнуть на планету, пока пятая рота удерживала Кастеллум Инкорруптус на Северной Вандее. Командование сектора Имперской Гвардии подало протест относительно действий кровавых воронов и доложило о них Инквизиции. Кровавые вороны успешно защитили себя и свои действия, убедив дознавателей, что генерал Александр должен был подчиниться приказу кровавых воронов и отступить. Тем не менее, Инквизиция начала вести пристальное наблюдение за действиями Ордена, так как, по слухам, не все обнаруженные реликвии были сданы. А многие командиры гвардии, потерявшие друзей на Кроносе, поклялись никогда не забывать о пролитой там крови. Вскоре после окончания войны начался один из самых печальных периодов в истории Ордена.